начинается четвертая четверть матча, не говорю последняя, потому что, ну, не все еще пока ясно. Беляшкин Цыганову. Цыганов. Беляшкин. Чиж, проход. Два очка с фолом, мне показалось. Тем не менее, судьи не свистят. Меликян. На площадке московского Меликян, Зорин, Левцов, Гельшанский, Курашкин. У Аделанта Филяшкин, Цыганов. Тречка от Меликяна есть. На Аделанта Цыганов, Филяшкин, Чешов, Верловицкий и пятый Гришин. Немножко неуверенный пас. Цыганов. Время на 5-4-3-3. Трех от Верловицкого. Есть! С 9 метров Верловицкий. Счет 62-64. 4 очка. Очень воздушные, очень бумажные, так скажем. Левцов наверху, Гельшанский, заслон Зорина нету. Зорин в проход, два очка мимо, Курашкин на подборе. Спалил Цыганов, да. По руке 11 номер, обратим, какой у него персональный фол. Не показывает столик, но ничего страшного. Цыганов, мне кажется, не меньше третьего персонального. Первый Курашкин точен. Второй и второй точ. 68-62 за 8,5 секунд. Цыганов, Верловицкий, Беляшкин. Верловицкий бросит еще раз, 9 или нет. Стоят. Почему стоят? Нет движения. Гришин. Жов, проход. Два очка. Есть. Изящно, уверен. Да, конечно, с физикой у Чижова. Но не то, что все в порядке. Это очень слабо сказано. Фол нападения. 28 номер. Зорин. Фол нападения. Можно сократить. Можно подойти вплотную. Галанту сейчас. Гришин. Беляшкин. Верловицкий, Чижов. Чижов за словом Гришина. Верловицкий треха мимо. Там борется за подбор все, кто может. В итоге мяч у Левцова. Меликян. Вниз на Левцова. Какой блокшот получил игрок московского. Александр Левцов. Реакция публики соответствующая. Цыганов успевает везде. Подборы. Очки. Нет, конечно, с очками у него поменьше, но это не его дело. Ой, пас неудачный Курашкину, однако он его вылавливает в итоге. Зорин против Гришина. Зорин, Левцов, треху бросит, бросит, забьет. Смотрим, что здесь. 6 очков, 7 очков преимущества. Фол. Фол у Меликяна. Не будет засчитан, даже если он был фол Меликяну. Тайм-аут берет Александр Егоров. Счет у нас 64-71 в пользу команды БК «Московский». Играть еще 7 минут 6 секунд. По командным фолам у «Московского» 2 в этой четверти, у «Аделанта» 1. Воспользуюсь паузой, скажу, что после этого матча нас ждет еще один, я надеюсь, не менее увлекательный матч. Пока не буду говорить, кто, скажу, что одна претендент на чемпионство в этом году. Вот судьи призываются выйти на площадку. Выходит московский.
Выходит Московский, выходит Адалан. Смотрим. Цыганов. Верловицкий разворачивается через Грищенко. Мимо. Там подбор забивает, забирает Гришин. Чижов проход. Какой гол мне показалось. Два очка мимо. Гришин. Да, мне сложно добавить что-то к решениям судьи, комментариям игроков. Но я считаю, что каждый должен делать свое дело. Два очка от Гришенко мимо. Леш Чижов. Там кого-то уронили. Это Меликян. Три очка. Ой, мне как пять в пол, опять не свистят. Не могу понять. Ляш. Два очка в очень тяжелом проходе. Очень тяжелый проход был. Оказавшись на земле, Сергей забивает два очка. Гельшанский, Лесов, проход. Два очка мимо, сам же подбор, мимо. Но при броске свалил Филяшкин, поэтому два штрафных будет. Если бы вы сейчас увидели, что изобразил на своем лице Алексей Зорин.